Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Матфея 8 глава, 1 стих. Когда сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь, ему сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Толкование блаженного Феофилакта. Рассудительный прокаженный, чтоб не воспрепятствовать учению, не взошел на гору. Но когда Христос сошел с горы, он поклонился ему и показал великую веру. Он не сказал: «Если помолишься Богу, можешь меня очистить, но если хочешь». Толкование закончилось. Вот эта молитва, если хочешь, она должна быть молитвой каждого. Это то же, что да будет воля твоя, не настаивать на своем. Люди иногда как: я много лет просил, молился, и вот такое разочарование. Конечно, разочарование. Мне женщина говорит: у меня развелись с мужем, ребенка присудили мне, мальчик хороший такой был. Говорит: ну вышел во двор поиграть, поиграть, и по сегодняшний день нигде его нету. Я и молилась, я и ездила, и в монастыри, и свечки ставила, и нету. Никакого Бога нету. Если Бог был, зачем бы он это сделал? Такое есть. А его, может, там на органы размонтировали или как-то где-то. Он не хулиган был, ничего. Другая, мы приехали в библиотеку, гляжу, женщина такая печальная, а другие говорят, у нее, говорит, девочка была, мы ее ангелом называли. Ну, лет 5 ей было, говорит. Пока мать была на работе, она купила ей велосипед. Красивая такая девочка была, послушная. На велосипеде выезжала из-за угла, а там машина шла, и она прям под машину, да и в селе. Машина там какая-то мусорка. И она прям под заднее колесо, ну и шофер-то пострадал, и девочки нету. Да откуда ты знаешь, кем бы были эти люди? Эти дети, они могли быть такими же, как все выросли бы. Господь их взял, ты благодари Бога, взял. Это есть в житиях такие о Клеопатре. Она много плакала о своем сыне. Он молодой офицер был, совсем молодой, видать, корнет какой-то. И в это время он является, там про святого Уара пишет. Он на плече у него сидит и говорит: зачем ты беспокоишь меня? Мне здесь так хорошо. И вот люди, которые обмирали, так называемой клинической смерти, все одинаково говорят: не хотелось возвращаться на эту землю. Все заботы отошли, родство разорвано. Ничего нету, кроме того, что одна была боль, я болел, неисцелимая болезнь, как Клавдия Устюжанина, вот, ну, другие там, которые вернулись к этой жизни. Поэтому, да будет воля твоя, если ты хочешь. Исаак молился о жене неплодной. Тогда понятное явление было. Сейчас молятся о детях, надо детей. А почему нет детей-то? Или до этого аборты делал, или еще что-то, или так Бог уже закрыл чрево. Причина-то какая-то есть. Ну ты найди это. А если причину не знаешь, все равно благодари Бога. Ты не рад ничему будешь. У меня на работе один работал, он приходил и говорит: ну хоть кто-то бы, говорит, убил моего сына. Один кто-то сдал, пол-литра там поставил, горизонтальная стрела, крана башенного. Достанешь твоя. Он пошел, ну обратно пошел, пошатнулся и разбился, упал. А другой каждый день отца бьет деньги, у него все отнимает. И он думает об одном, как бы кто-то убил сына. Я стал с ним узнавать, а у него, оказывается, небрачных детей сколько. Ну и эти-то какие есть. Откуда ты знаешь, кем он будет? Он будет душить тебя, может быть, за рубль. Ты только благодари Бога. Одни убивают там десятки абортов, а у других имение некому переписать. Да как некому? Сколько нищих? Сколько нуждающихся, беспризорных. И где-то найди место такое. Люди нуждаются в том, чтобы мы жертвовали свое, а до этого нужно просить Бога, и Бог укажет, когда и где. Пожалуйста. Матфея 8 глава, 3-4 стих. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им». Толкование. Христос прикоснулся к прокаженному, чтобы показать, что он не связан с законом, запрещающим прикасаться к прокаженному, но что он, напротив,
Господь его, что для чистоты нет ничего нечистого, и что святая плоть его сообщает освящение. Впрочем, убегая славы, повелевает прокаженному никому не сказывать, что Христос очистил его, но показаться священнику, потому что если бы священник не объявил прокаженного чистым, то по иудейскому закону ему должно было бы оставаться вне города. При сем, во свидетельство иудеям, Христос велит принести дар, как бы так говоря, «Когда меня станут обвинять как нарушителя закона, ты будешь свидетелем против всего, потому что приказывать тебе принести, что предписывается законом». Левит 13 глава 46 стих и Левит 14 глава 2 стих. Толкование закончилось. Вот Господь посылает их к священникам, чтобы потом не сказали, когда судить будет, что ты презирал священство и не признавал их. Но я же посылал людей-то не куда-то, не к филистимлянам. Вот это, спрашивай, тебе понятно любому? Ну, а что тут не понимать? Ну, а по тебе как-то прошлося этот стих? Не знаю. А у меня каждый день он на мне. Вот мы свидетельствуем, ездим, обращаются люди. И всем до одного, когда спрашивают, а куда нам ходить-то? Мы направляем в храмы Московской Патриархии. И священники Московской Патриархии самые лютые волки против нашей деятельности. Притом никогда не говорят правды, никогда. Поэтому я знаю, они приговоренные. А меня Бог скрыл от них. Они, конечно, нашли бы во мне какие-то недостатки. А они этого не видят. Они все время придумывают что-то. То американские шпионы, то что-то там. Ну такое совершенно несусветное. Даже он сам через день... Слышу, и он не может понять, неужели это я говорил? Ну, ты же говорил, что мы Божью Матерь не признаем. Ну, а теперь ты увидел, сам ходишь к нам. Ну, да. Ну, ты же видишь, что икона у нас есть. А ты говорил, что они иконы не признают. Говорил? Говорил. А зачем? Ну, чтобы к вам никто не ходил. Да это ужас какой. Одна работала инокиня у них здесь. Ну, церковная лавка небольшая при больнице. Но она стала правильно говорить о крещении, ходила к нам на занятия, материалы имела, что надо людей научить сначала, научить. А они, два попа по детской больнице в Барнауле здесь, пробегают, кого покрестить, кому детей, у нас дешевле, чем в храмах. Ну, дешевле там на десятку какую. И она с этими людьми беседует, ни один ничего не знает. И она стала говорить, она говорит, ну ты учи. Ну, это Ольга Милославская начала их учить. А учить-то начала, значит, они крещение-то не принимают теперь, пока не научатся. Они пробегают, карманы пустые. Почему? Так это вот это-то сидит. Выгнать ее оттуда. Ну, они ее выгнали и не поставили ее в трудовую. Она работала, а они не поставили. У нее суд был. Ее нигде на бирже труда не принимают. У нее печати нету, что она уволена была-то. Ну, а я у нее был как адвокат, как представитель. И выступает с их стороны... От патриархии. Священник, я его очень хорошо знаю, и Георгий Титов, притом хороший священник, полное погружение крестит. Но у него юридическое образование, и он представитель от патриархии Алтайского благочиния, это епархии, Барнаульской Алтайской епархии. И он говорит, она не работала. Как же не работала-то? Рядом, которые государственные киоски, все киоскеры вызваны были, врачи, которые были, выступают и говорят, мы ее каждый день видели, она полный рабочий день была. Мы вышли в коридор, я говорю, ну как же отец Георгий, она же работала. Так она в суд подала, мы что должны делать? Я так ахнул, да какие же вы. Так она писала епископу сколько раз, ну помогите, ну поставьте мне печать, уж не надо, деньги не заплатили там за сколько, это дело ваше. Но меня на работу не принимают нигде. Ни с места никак не... Она патриарху пишет. Ответа нет, мертвая зона. Мертвая. Я 50 лет пишу в епархии, пишу патриарху, и ни разу не получил ответ. Недавно я послал письмо, ну, другие места, насчет того, что где есть люди, которые желали бы иметь такое поселение, как наше, где не лгут, нельзя лгать, пить, воровать, материться, ну, жить по-христиански. И письмо одно из было направлено президенту. И вот от президента Российской Федерации оттуда теперь послали в Алтайский край разобраться. Разобраться, то есть, ну, куда надо сообщить. А мы говорили в Приморский край, чтобы обратить
Хабаровский край, еврейскую автономную область. Там, может быть, есть люди, которые потеряли все. И оттуда нам позвонили, и сколько человек можете принять? Я говорю, 70-80 могли бы принять. Я всех расспросил. Дома есть, которые пустые. Вот. Так вот, какой-то там указ. И насчет этого указа, они говорят, мы обязаны вам ответить. Уже пришло пятое письмо. Еще ответа нет. От правительства Хабаровска пришло. Там, говорит, будем мы разбираться. Гляжу, шестое пришло письмо. Седьмое. Еще ответа нет. Прошел один месяц. И это на государственном уровне, на бланке с печатями этими, с подписями. За один месяц. А здесь я криком кричу, что же делается? Патриарх говорит, состояние церкви, духовные развалины. Все захватили сектанты. И они ничего не понимают совершенно. И я всех до единого посылаю в храмы Московской Патриархии. И когда, а почему против вас священники воюют? Так вы их спросите. Бог отнял разум. Почему священники воевали против Христа? А он их к ним посылал. И я посылаю их к ним. 1000 человек в селе, ходит 6 человек. Монастырь. Там какой? Какой-то монастырь. 7 монахов, священников. А ходит прихожан 6 человек. Мы раздали 450 новых заветов только в этом селе Коробейниково, где чудотворная там икона. Туда каждый год идут крестные ходы. Все это пустое, это пена одна, мекина, пыль. И всем до единого, я 50 лет говорю, посещайте храмы. Какие? Храмы Московской Патриархии. И оттуда они лютуют, лгут и буквально разрывают на части. А что с ними разговаривают там? Какой-то выступает священник, да, поехать сжечь их. Они пишут доносы, они вызывают милицию, где мы едем, натравливают. Я эти все ролики снял и дал епископу, ну вызови их, чтобы как-то разобрать это. Они говорят, вы свидетели Иеговы, там, ну что угодно, на что власть сегодня направляет стрелы, они под это подыгрывают. Это сергианство в живом виде, предатели, лживые. Да какие же это священники-то? И несмотря на это, мы посылаем туда. Мне говорят, да вы-то кто такой, если туда посылаете, знаете, что там такие волки лютые. А мне некуда больше посылать. Кришнаитам я не могу посылать. Сектанты не церковь, потому что нет священства. И вот этот стих, который в Евангелии, он мне близок-близок. Он к ним посылает, а они на него лютуют. Дальше. Матфея 8 глава, 5-6 стих. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Толкование. И сотник сей также не взошел на гору, дабы не прервать учение. Это тот же сотник, о котором говорит Евангелие от Луки, 7 глава, 2 стих. Хотя Лука говорит, что он послал к Иисусу иудейских старцев. Но это не противоречит словам Евангелиста Матфея, который говорит, что сотник пришел сам. Дело было, вероятно, так, что сначала он послал других, а потом, когда возвысилась опасность смерти, пошел он сам. Ну, может быть так. Тут нечего толковать. Доверие к Богу, и потом получил желаемое. Да-да. Матфея 8 глава 7 стих. Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Толкование. Сотник не принес слуги на одре, веруя, что Христос может исцелить его и заочно. Все? Или следующее читать? Ну тут больше ничего нет. С 8 по 10 стих. Сотник же, отвечая, сказал: Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: истину говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Толкование. Если я, говорит, будучи сам раб царя земного, повелевая подчиненным мне воинам, то ты тем более можешь повелевать смерти и болезням, так, чтобы они одного оставили и обратились на другого.
Ибо телесные болезни – суть войны и мстителя у Бога. Вот почему Христос удивляется и говорит: «Я и в израильтянах не нашел такой веры, как в этом язычнике». Удивляется же Господь в вере язычника, как весьма велика, и говорит: «И в Израиле не нашел я такой веры». Ну, это можно понять даже и так, по-православному, что почему молятся святым. Вот посылает как бы Никола Чудотворец. Вот видишь, он уже послал, и они ходатайствуют. Но оказалось, что уже все сделано. Господь знает как. Конечно, святые говорят, что самая сильная молитва, когда ты молишься непосредственно Христу и молишься сам. Не только за тебя кто-то молится, но и ты молишься. Ну, это мы для себя берем. Как мы можем участвовать в этом стихе? Потому что Слово Божие живо и действенно, оно должно заговорить с нами. Далее. Матфея 8 глава 11-12 стих. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Толкование. «Не сказал, что многие язычники возлягут, дабы не оскорбить иудеев, но сказал прикрытно с востока и запада. Об Аврааме упомянул для того, чтобы показать, что он не противник Ветхого Завета, в котором жил Авраам. Названием «внешней тьмы» показал, что есть и внутренняя тьма, легчайшая первой, ибо есть степени и в муках. Иудеев называют сынами царствия, так как им даны были обетования. Так говорит Господь, Бог еврейский: Израиль есть сын мой, первенец мой». Исход 4 глава, 22 стих. Ну, тут только говорится о крепкой вере и верности. Далее. Матфея 8 глава, 13 стих. «И сказал Иисус сотнику: иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час». Толкование. Сотник, в тот же час, возвратясь в дом свой, нашел слугу своего здоровую. Исцелив словом, Господь показал, что истинно слова его, ибо иудеев, изгнаны будут. Опять же, о крепкой вере. То что говорит человеку? Сказать: ты это испытал? Нет, я постоянно это испытываю. Постоянно получаю ответ. Молитва, она должна иметь обратную связь. Я об этом просил и благодарю. И что всегда получаешь, что просишь. Тайна моей молитвы в том, что я не настаиваю ни на чем, но говорю: да будет воля твоя, ни здоровья не прошу. Это уж сильно, когда невыносимо бывает. Господи, если тебе угодно, то дай еще здоровье там на день, на два. Как есть. Только и всего. И поэтому у меня никогда не может быть разочарования. Ответ положительный. Благодарю. Отрицательный. Я знаю, что он положительный в конце будет. Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Римлян 8:28. Считай. Вот и все. То есть научиться благодарить за все. Неужели за доброе будем славить, а за злое не будем, как Иов сказал. И весь ответ. Дальше. 14-15 стих. «Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им». Толкование. «Вошел в дом Петра для того, чтобы вкусить пищи. Прикосновением же к руке тещи Петровой не только показал огонь горячки, но и доставил сей жене совершенное здоровье». Не только погасил огонь горячки, но и доставил сей жене совершенное здоровье. Та, что возвратились ее силы, и она в силах была служить ему. И мы знаем, что для больных очень обессилевших много нужно времени, чтобы снова окрепнуть в силах. Другие евангелисты говорят, что Христос исцелил Петрову тещу по просьбе о том, но Матфей для краткости отпустил это. «Я уже говорил тебе и в начале, что иной из них упоминает о том, о чем другой умалчивает. При всем ты заметь также, что брак немало не препятствует добродетели, ибо и верховный апостол имел тещу». Тогда человеку сказать: ну вот напиши сочинение на тему, когда ты видел явное чудо, что человек выздоровел. Так он к врачу ходил, он и выздоровел. Ну а врач-то от кого? Врач-то от Бога. Он и знания получает от Бога, и опыт этот, это все от Бога.
Ты благодари Бога за исцеление. Напиши, кого ты знаешь. Явное чудо было исцеление. Ну, в первую очередь, я могу сказать о себе. Какие у меня были операции тяжеленные. Прямо со стройки, говорится, краном с высоты снимали, привезли. И как Господь восстанавливал все. Я парализованный, в каталке катаю. Другой раз на 42 градуса на морозе фонари мы стеклили. Но над корпусами идут фонари. Стеклу, там эти клямеры прикреплять. А что, руки-то что, голыми руками, там в рукавицах не будешь работать. Там все мелочь такая-то. Ну, а рядом огромный козел называется, спирально. Руки только отогрело туда. И у меня поражение нервной системы. Руки сюда и списали. Все, парализованы, руки висят только. Еще только не делали. Электрофорезом, и там парафиновые эти накладки. Ничто не помогало. А что помогло? Ну, не помогало ничего. Я так и ходил вот так вот. Молился, и вдруг встал, руки здоровые. Позвоночник сделали 3 грыжины. Тяжеленная работа была, работал. Одну вырезали. Ну, кажется, шевелиться никак нельзя. У меня нормально все работает. Уже на другой день я старался шевелиться. На третий там в спортзал пошел, там записали. Гимнастику делать. Я пришел, некоторые после операции лежат. Я ушел, они все еще на раскоряку стоят. Я помню такой, ходишь, ну, а колесики, чтобы держаться на нее. Хирург идет. А он, видимо, был, я беседы вел с этими заключенными, говорю, с больными там. А что ты эту бричку таскаешь-то? Опусти ее, она не нужна тебе. Ты наращивай мышечный корсет, а не то, что где-то. А у меня же корсет там сделали там. Я все это отбросил, послушал совета. Мимо проходящего. И все, корсет так и не надел ни разу. И уже сколько лет? 10? Я хожу, нужды никакой нет. И профессор Довженко Дмитрий Андреевич сделал, что это... Приезжал к нам в деревню, у меня с ними дружба такая завелась. Там профессор пришел беседовать. Благодарение Богу. Он поднял. Он для чего-то меня оставил. Он дает мне силы подняться, одеться. Иногда доходит до того, что другие на меня одежду надевают. Но уже ни один не узнает. Если я оделся, все. Я здоровый, крепкий. Болячками не надо хвалиться. Нужно уметь болеть и уметь умирать. Радоваться. Ни одной таблетки еще не съел. От кого? Каждый день просвора, святая вода. И в дороге мы, когда были, просвора, святая вода. Все. Ну, еще такая болезнь была, вот глаз был, думал, ослеп совсем. Протирать начал, а только что ногти постриг, и здесь вот около носа порезал, видно. Задел нечаянно, попала инфекция. Ну, Бог миловал, все еще болит, и, ну, уже легче, глаз по-прежнему видит, так, как и другой. И куда полезно? Ох, мои. Матфея 8 глава, 16-17 стих. Да. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни. Толкование. Да. Исаия 53 глава, 4 стих. Недужных привели к нему вечером, не вовремя, но он, как человеколюбец, исцелил всех. Затем, чтобы ты не усомнился, как он мог в короткое время исцелить столько болезней, евангелист приводит свидетеля Исаию. Хотя пророк говорит о грехах, но Матфей приложил его слова и к болезням, так как большая часть их рождается от грехов. Ну, это тут все понятно, добавлять нечего, надо в это верить. И Бог сколько дает здоровья, это самое лучшее. И всегда вспоминай, кто больше тебя страдает, парализованный, у кого-то там шейка бедра сломана на операцию, у кого-то живот разрезали, раком все покрыто. Да тысячи, тысячи, миллионы и миллиарды, может быть, больнее меня. Да как я могу жаловаться, а я хожу на ногах, кишечник переваривает пищу. Надо жить, ну, нормально. Кишечник, вот у меня желудок болел с детства, 5-летнего в город привозили здесь. Ну все, конечно, алкоголь я в рот не беру, и в основном растительная пища, мяса нету. Посты соблюдаем, посты главное соблюдать, чтобы все, среда, пятница. Нет растительного масла, мы не едим. Почему? Вот потому что мы верующие, нам нельзя это делать. Вот. Я кое с чем не согласен в православии, знаю, что эти посты не евангельского устроения. Пост полный – это не меню менять, как у нас, мясная, там, белковая пища на растительную. Да, не такой.
но я чадо православной церкви. Сказав, что я православный, я должен принять все. И ничего не упускать, и тщательно исполнять. Господь благословенный, и Он посылает все необходимое. Матфея 8, глава 18 стих. Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Толкование. Ибо не был он славолюбив, а вместе хотел уклониться и от зависти иудеев. Матфея 8 глава 19-20 стих. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Толкование. Книжником называется законоведца. Видя многие знамения, он подумал, что Иисус получает от того прибыль. Посему старается сделаться последователем его, чтоб и самому получать. Но Христос, видя его намерение, сказал как бы так: «Следуй за мною, ты надеешься сделаться богатым. Но не видишь ли, что я не имею даже дома? Таков должен быть и последователь мой». Он сказал это с тем, чтобы убедить его последовать за собою, переменив намерение, но он удаляется от него. Некоторые под лисицами и птицами разумеют демонов, которые названы так по их лукавству и действию в воздушной области. По сему разумению Христос как бы так говорил книжнику: «В тебе живут демоны, посему не нахожу в душе твоей обители для себя». Это тоже понятно. Живи свято, одним словом. А святую жизнь Господь благословляет. Вот я считаю два главных пункта в жизни человека. Первое – это родиться свыше, и второе – быть водимым Духом Божиим, получить крещение Духом Святым. Все. Полностью погрузиться в благодать Духа Святого и слышать голос Божий. Не физическим каким-то органом, а внутренне, сравнивая все со Священным Писанием. И молитва. Главное – это молитва, чтение Слова Божия и разумение его. Самому не толковать. Это 6-й Вселенский Собор, 19-е правило, запрещает толковать вопреки того, как истолковали святые отцы. Мы считаем толкование блаженного Феофилакта. Ну и даю комментарии некоторые. Матфея 8, глава 21-22 стих. Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Толкование. Кто предает себя Богу, тот не должен обращаться опять к житейскому. Конечно, должно почитать и родителей, но Бога надлежит предпочитать им. Отец же ученика всего был еще и неверный, хотя это видно, как это видно из слов: «предоставь мертвым». Неверным погребать своих мертвецов. Если же сему не позволено было похоронить и отца, то горе тем, которые, поступив в монашество, возвращаются к мирским делам. Ну а как же, пересветы ослепя прославляются, и Сергий Радонежский благословил. За это одно Сергия Радонежского нужно запрещать было в служении, а этих монахов предавать анафеме. Это каноны говорят, воинские звания сложили, стали монахами, там иноками, и теперь опять пошли, сели на коней, пошли воевать. Патриотизм. На какой патриотизм-то? У тебя это на втором месте должно быть. На первом это соблюдение заповедей Божьих, канонов церковных-то. А люди ничего этого не знают, когда говоришь: как так? Так они же Родину защищали. Вот они там с Щелубеем там бился. Да с кем угодно. Но это вопреки канонов. Он опять надел воинское одеяние. Ну не надел там, оружие взял, взявший меч от меча погибнет. Сколько этого? На каждом шагу, где бы ни посмотрел, все какое-то кособокое, извращенное понимание. А кто? Потому что взяли власть в свои руки монахи. И все толкуют по-монашески. Не как Христос говорил. Чего тут не понимать-то? Пошел, не оглядывайся назад. Мертвецам оставьте хоронить мертвецов. Это да корми, да это родной отец. Еще раз говорю. А тут придумали выкапывать мертвецов. Обретение мощей, теперь поклонение, теперь счастье от них отрезают.
вмонтируют где-то в платы, вмонтируют в кресты, мощевики, в иконы. Так это установлено, да хоть тысячи соборов будут, вопреки Слову Божию, как можно идти. Прах ты и в прах возвратишься. Ну не написано, возвратишься в прах, а потом прах будут копать мертвецов. Даже хоронить, и то Господь осудил. Ты пошел за Господом, иди. Но выкапывать мертвецов, это кощунство во всех нациях было. Всегда. Это чистое, ну самое настоящее язычество, трупопоклонство. А у вас же мощи. Есть они, есть, я не трогаю. Но никогда не буду говорить, что это правильно. Их нужно все изъять и похоронить с песнопениями соответствующими. Далее. Матфея 8 глава 23-24 стих. И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Толкование. Господь взял с собою в корабль учеников, дабы они видели чудо. Попускает им быть в опасности от бури для того, чтобы с одной стороны приготовлять к искушению, а с другой, увидев чудо, тем более веровали. Он спит с той целью, чтобы ученики его пришли в страх, осознали свою немощь и обратились к нему с молитвою. Посему евангелист говорит, 25-26 стих. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им, «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Толкование. Не называют их неверными, но маловерными, потому что, когда сказали, «Господи, спаси нас!» Они показали всем веру, но слово «погибаем» уже не было от веры. Им не нужно было бояться, когда он плыл вместе с ними. Заметь, что укоряя их в маловерии, Господь дает знать, что маловерие привлекает опасности. Посему сперва он утишил их душевное волнение, а потом и морское. Ну то что, буря усмирил Господь. Надо доверять ему. Буря бывает в семейной жизни, в государственной, революции. Надо все принимать. Да как будет все разграбят? Ну, значит, не надо ничего. Когда человек умрет, ему вообще не надо. Никакой заботы нет. Дети-то в чести или в бесчести. Это ничего не знает. Иов об этом говорит. Ты должен научиться только благодарить. Вот мы читаем, а я одновременно веду загрузку роликов. Накопился большой материал. С мая месяца нас не было. Мы были в миссионерской поездке. Вот возвратились. И сейчас вот по просьбе многих-многих людей, у меня Библия насчитана мною, но попросили насчитать толкование блаженного Феофилакта и дать комментарии. Все ли так действительно? Ну, как вот можем, так и делаем. Дальше. Матфея 8 глава 27 стих. Люди же, удивляясь, говорили, кто это, что и ветры моря повинуются ему? Толкование. Дивились потому, что по виду он был человек, но дела его были божественные. Под удивляющимися человеками, разумеется, ученики, так как никого еще не было с ними. Говорили же они, кто это, потому что не уверились, кто он. Да. Ну а люди-то сегодня знают, кто он. Одни его считают таким. Две воли, одна воля там, монофизиты, монофилиты. Так ли это важно? Церковь установила, вот как православная, так и надо принимать. А они понимают по-другому. Стали беседовать с этими, с армянами. Ничего подобного, говорит, мы точно так же исповедаем в нем два естества, две воли. Но нам что, интересно врагов иметь? Я притом беседую с ними, я не нашел, что они говорят с какой-то целью, лукавят. Но если он сказал, так надо ему поверить. В первую очередь верить надо тому, кто говорит. О себе. Не приписывать ему то, чего нету. Христос – Бог. И одновременно Он – человек. Бог и человек. А Антихрист будет человека – Бог. Выдавая себя за Бога, сядет в храме, как Бог. Вот и все. Надо просто принимать, не выдумывать. Я вот смотрю, как еретики проповедовали. Даже вот левый саврянин. Он, оказывается, не против икон был. И объяснение это дошло до нас только в том, что сохранили монахи. Остальное это все безжалостно истреблялось.
как, ну, архивы-то принадлежат правителю, где Хрущев ставил подписи под смертными приговорами, уничтожить все. Сталин уничтожал, кто Кирова убил там, ну и прочее такие. Точно так и здесь. Левый саврянин не против икон был, он просил только поднять их повыше, чтобы не поклонялись. И это все ради мусульман. 2 миллиарда мусульман соблазняются на этом. Ну можно от этого отойти, от этой пьянства. Или свинину не есть-то, свиноеды, они презирают нас за это. Даже никакого внимания нету. Да Павел говорит, мясо не буду есть. Ну когда, какой священник сказал бы так? Я даже не слышал и не считал никогда. Или архиерей, патриарх. Нам не запрещено, но мы отказываемся от свинины и больше в рот не возьмем. Язычники, те гадаринские грешники, пускай едят. Это их дело. Ради мусульман. Притом они, мусульмане-то, неплохому учат. Ты посмотри, как одеты у них девицы, девушки, как в школе, там, где шариат действует. Да мы-то не то, что даже сравнивать, вообще не с чем сравнивать нигде. 100% сохраненность у всех девственности. Ну и сравни с этим, как одеты. Посмотри на них. Как женщина одета, и здесь все, да, груди все открывают. Самое ценное, все на показ кому-то. Нужно ли это? Пренебрегли мусульманам 2 миллиарда, а теперь Господь их как бичом наказывает нас, православные. Они могли быть все православными. Еще. Матфея 8 глава 28 стих. И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. Толкование. Марк и Лука говорят об одном бесноватом, имевшем легион бесов. То надо надумать, что один из двух, именно тот, о котором говорят Марк и Лука, был страшнее другого. Христос сам подошел к ним, так как таким страшным людям никто не осмелился приступить или перевести их к нему. Живя в гробах, демоны хотели утвердить мысль, будто души умерших делаются демонами. Но да не будет всего и в мысли у кого-либо. Потому что душа по разлучению с телом уже не блуждает по всему свету. Но души праведных покоятся в руке Божией. Равные души грешных также отводятся отсюда в свои места. Как, например, душа богатого. Луки 16 глава 23 стих. Толкование закончилось. Ну, тут все понятно. Бесновато, не дай Бог встретиться. Но беснование бывает такое, что человек считается нормальным, но ведет себя абсолютно бесноватым. Его видно. Он ненавидит Слово Божие, никому не подчиняется. Он бунтует, взрывается от одного слова только где-то. Молчать не может, особенно молчать. Демон разрывает язык. Ну, помолчи сейчас вот хотя бы 5 минут, 10, не может. Ну, трудно ли это? Трудно. Если там демон сидит, хохочет. Верующий может и смеяться. Златоуст говорит, разеваешь рот, не боишься, что сатана вскочит в тебя, демон залезет в тебя. Мы говорим, одержимые наркоманией, табакокурением. Это все беснование. Это демон требует разложения в дымовую завесу вещества. А курят и правители. Другой блудствует, жену оставляет, другую берет, вплоть до президента. Это беснование. Не понимает. Изменяет слову данному перед Богом. Это виды беснования разные бывают. Бывает, у нас есть молитва, да воскреснет Бог. Но когда считаешь, ну усталый, тем более у меня в сутки 2,5 часа на сон уходило. 2,5 я так довел сон, и остальное все время в работе. 2,5 часа хватало. Ну ясно, что напряг большой. И считаем молитву, да воскреснет Бог, и вдруг позевнул. Ну и что позевнул? Так ты же не спал, мало спишь. Я не так рассуждаю. На такой молитве, где молюсь против бесов, и я допустил такую беспечность, я сразу, мысль мелькает, а не бесноватый ли я? Начинаю тогда со всей серьезностью, напрягусь, раз прочитаю, другой раз. Или ложусь спать в постели, уже после вечерних молитв, надо прочитать, да воскреснет Бог. И расточаться в рази его, и добежат от лица его ненавидящие его, яко исчезает дым, да исчезнут. Я катаю хвост от лица огня, так, а да погибнут бесы. Так погибнут. А как же я мог ее не прочитать? Я засыпаю в течение там 30 секунд.
Я тогда еще раз просчитаю, опять не досчитал за основу. Тогда сяду прямо, а в избе холодно. Иногда градусов 8 всего только. Я просто делюсь опытом. Подозревать самого себя надо, а не бесноватый или взорвался, не выдержал, там где-то что-то сделал, так это накричал, там, допустим. Ты сразу начинай думать, а ты сам это делаешь или нет? Такой вред наносишь душе своей. Далее. 29 стих. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Толкование. Обнаружив сперва неприязнь ко Христу, потом провозглашает его Сыном Божиим. Мучением называют они непозволение им мучить людей. А выражение «прежде времени» понимает так, что демоны думали, будто Христос, не терпя чрезмерной их злобы, не станет отлагать времени казнить их, чего, впрочем, не случилось, ибо им предоставлено враждовать на нас до кончины века. Ну, так понятно. А люди сатанисты. Я говорю, а как вы верите? Да как? Суд Божий будет? Будет, мы знаем. Ну, а потом-то дьявол будет брошен в озеро огня. Вот тут вы ошибаетесь. Это Христос будет брошен в ад вместе со всеми христианами. А сатана будет царствовать. Вот такое понятие у людей. И они отдают души свои туда. Вот. Какие-то планеты изобретают. Там мальчишки вешаются, везде пишут в газетах. И люди увлекаются и идут этим. Идут к колдунам, к шептунам, к Кашпировским, да, к Вангу. Ванга там говорила где-то, вот, Вольф Мессинг. Это все от дьявола. Это дьявол. Открывает тайны какие-то, смотрящие сквозь время. А что видит-то? Войны. Гитлеру говорит, Сталину. А сатана сам убийца, ей сам и планирует это. Ничего там особенного нет. Нужно тебе, если узнать будущее, считай Слово Божие. Будущее полностью показано. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына Божий не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вот и все. Будешь в огне гореть. 25 главу Евангелия от Матфея считай. И скажут: отойдите, проклятые, в огонь вечный, я не знаю вас. И пойдут все в муку вечную. Не на один день, как учат адвентисты седьмого дня и другие, вечную муку. А праведники в жизнь вечную. Это одна фраза. Дальше. 30 по 32 стих. Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось крутизны в море и погибло в воде. Толкование. Лукавые демоны домогаются погубления свиней, огорчить хозяев их, чтобы они не приняли Христа. А Христос нисходит демонам для того, чтобы показать, какую злобу питают они к людям. Так что, если бы имели власть и не были возбраняемы, хуже бы поступали с нами, чем со свиньями. Господь сохраняет бесноватых, дабы не умертвили сами себя. Ну, показывает, какая у них сущность, их ненависть. Вспоминается, когда Мотовилов сказал Серафиму Саровскому, что я поборолся бы с ними. Он только воскликнул: ваше боголюбие, что вы сказали? И вот дальше Бог допустил беснование, Тартар испытать этот адский огонь, так что самого себя сажу соскабливал. Вот такие встречаются моменты и в житиях святых. Какие они злобные, эти демоны. Что они делают? Житие святого Конана. Помутился воздух. Вот говорят, такой-то волшебник мог. Ну, вот житие считаемое Василия Нового. Там Григорий был у него ученик. И в той местности была ведьма, молодая ведьма, красивая, Мелитина. Она могла птицу остановить на лету. И птица в воздухе стояла. Могла реку остановить и повернуть вспять. В окрестности не было ни одного мужчины, который не сблудил бы с ней. А если кто отклонял ее, она болезнь насылала. А если посмел ударить, она умерщвляла его. Демоны приходили и задавили его. Так это что с верующим может быть? Верующий огражден. Вот сейчас Дятлов перевел почему эти 9 человек погибли, там где-то 1-2 февраля 1959 года, Свердловский политехнический университет, институт. Вот. Почему погибли? Неогражденные были молитвой. Пришли разрушить верование Манси.
посмеяться над бесами. На этой горе Атартон, которая называется «Не ходи туда», они кощунствовали в палатках, тут понятное дело. Вот мы докажем, мы вернемся, трудный поход. И в это время демоны явились, страшилище. И они ринулись, может, в дверях они стояли, мы представить даже не можем. И они в них вошли, гнали их, и разрывали внутри органы, вырывали им языки, глаза. Ребра ломали изнутри. Снаружи-то ни одной гематомы ни у кого не было. А лица у них поменялись. Это форма такая. У всех страх застыл в ужас. Другого нет. Никакие техногенные тут причины. А демоны. Вот это летающие шары огненные. На них сегодня стараются не обращать внимания. А Агафья Лыкова сразу сказала, это демоны. Там у них коровин какой-то, одетый в черной одежде, такой, говорит им об этом. Они не ограждены были. А почему манси не страдали? Они жертву приносили им, и бесы их не трогают, потому что это их послушники. Вот почему. И вот собираются там, разбирают. Уже сколько лет? 46 версий разные. Никаких версий. Они шли разрушить предрассудки манси. Насмеяться над демонами. А там все время видят эти... Они говорят манси. Шаман буквально бесновался в эту ночь у них там, в селении, гремели бубнами. Почему? Демоны им сказали, снова гибнет 9 человек, не 10, опять 9. Что эта цифра означает? Еще разбора не было. Вот так, дальше. Матфея 8 глава, 33-34 стих. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу. И увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Толкование. Просят его о сем, жалея свиней и опасаясь потерпеть еще что-либо большее. Познай сего, что где свинская жизнь, там живет не Христос, а живут демоны. Ну вот я сказал, там гадаринское место, гергесинское тут. Похожее название. Сказал так. Да, действительно так, живущий грязной жизнью. Но иногда, как пишет Иоанн Златоуст о Стагирии, живущие праведно, и они могут тоже пострадать, но получают великую награду от Бога за эти страдания. И что он может начать бесноваться? Ну, Господь допускает это делать, и не надо тут рассуждать. Это уже проверено. А у нас как бывает? Это мало, это еще цветочки, а еще ягодки будут. Вот за это, вот этого делать нельзя. Мы ничего не знаем. Да, я знаю, Господь творит расправу через войну, через коллективизацию, через революцию, уничтожает помазанника Божия семейством. Бог допускает. Но они все праведные, они на небе, они не пострадали. А так-то все равно бы умерли уже, даже столько лет прошло. Ясно дело. Дальше. Все, глава закончилась. Ну, слава Христу. Вот сегодня у нас что? 12 октября 2013 года, суббота. Вот я веду запись, загоняю. Всю ночь сегодня вел запись. Многие огромные материалы накопились. Небольшими роликами. Когда соединяю, теряется качество из маленьких, чтобы сделать полновесный ролик. Ну, то, что в путешествии были, у меня тут администратор забрал. И он сам говорит, сделаю, а то у меня плохая программа. Поэтому то, что было по Теряевке, я стараюсь это поставить. Вот так. Вот так. Вот все здесь надо в нужное поставить. В нужное. В папку в нужную. А потом... После Mail.ru это все легко переносится на форум. У меня форум большой, 1440 тем. Вот. Приходится многое делать самому. Вот идет загрузка, если можно показать, как зелененькая ползет. Кто-то придумал, вот дай Бог им мудрости прийти к Богу. Я молюсь постоянно о изобретателе мобильного телефона Мартине Купере и об изобретателе интернета Тим Бернерс-Ли, Тимофей. И вот который поисковик составил Тимофей Ха, вьетнамец. Я ему писал, посылал даже книги. Я считаю себя должником перед всеми. Должники ни в чем, говорит, не будьте должны, кроме любви. Недостаток любви. Если мне это сделали,
Я стараюсь как-то подарить. А что подарить? У меня есть подарки чудесные. Это вот мы издали толкование блаженного Феофилакта «Новый Завет». Трехтомник. Вот он где. Который подарен президентам Путину, Медведеву, Лукашенко, Кадырову. И 444 библиотеки страны и дальнего и ближнего зарубежья Мусульманской Республики имеют эти книги. 38 книг удалось издать. Вот. Видите, как он выглядит с толкованием. С закладками. Это подарочное. Это самим нам пришлось издать. Это Господь так сделал. А кроме того, у нас самое сокровище, это вот сайт «Во свете Библии», православный библейский сайт. А пониже вот здесь православный форум Игнатия Лапкина. В него только щелкни, щелкни, и сразу будешь, вот он, православный форум. Туда я переставляю все, огромные материалы. Но это еще не все. У нас очень богатый материал есть. Это Mail.ru. Mail.ru, вот он, тут всякая пакость тут заходит. Mail.ru — это мой мир. Я считаю, это лучшее, что есть в интернете. Настолько оно хорошо составлено. Но год назад они его обрезали. Тогда можно было посылать на 10 тысяч сразу. Вот оно. А тут у меня большая загрузка, видео, 1000 роликов наших, около 4000 фотографий, ответы. Вот. А на сайте здесь вот я отвечаю на 4124 вопроса, 55 папок. Вот. На второй странице тут 50 книг мной начитанных. Это 12 томов Златоуста, 12 книг «Жития святых», 5 томов «Добротолюбия». У нас, вы видите, «Жизнь православного» вообще, это живой журнал. Вот он где. А то, что есть «Одноклассники», ну, там переписываются, как-то ВКонтакте, Фейсбук. У меня все это есть в страничке, но там делать нечего. Там на одного послал, на двух, и какие-то блокираторы. Лучше нового мира ничего нет. Все вместе взятые, даже, говорится, в подметки не годятся. Это мой мир, даже вот укороченный, кургузый, кастрированный, и он все равно лучше их. Ну и кроме того, вот большое наше сокровище, православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». Игнатий Лапкин. Вот первое вот вступление тут я говорю. Ну а дальше разбито все по папкам. Очень интересно. Вот сразу на первой странице вот это я беру интервью. В Беслане были мы нынче. Были в Чечне с миссионерской поездкой. А это вот в Буденновске заложница. Прям там в больнице были где. Это все тут есть. Людям нужно узнать. Я задаю вопросы именно с христианской стороны. Вот заходи, православный форум. Ну, просто Игнатий Лапкин запомни и напиши канал в Ютубе. Вот и все. Ну и, конечно, наиценнейшее это вот наш сайт. Сайт. Это нашлись люди, которые составили, помогли. Такой есть Женя Евгений Клейменов. Он с отличием, с красным дипломом закончил медицинский университет. И он помог мне вот это вот все составить. Вот, допустим, ну что тут, вот 55 папок. Что это? Допустим, такое. Отдельная тема у меня. Мусульмане, евреи, женщины, жития, интернет. Вот. Да, канонизация. Коммунизм. Вот коммунизм. Я ткнул в нее. Вот она открывает сейчас. Открывает. Ну, запись идет, поэтому трудновато. Вот. Вот только идут вопросы. Какой том? Второй вопрос. Такой-то 814. Я в него сейчас только один раз щелкнул, ткнул. Вот. Прочитал. Одни вопросы идут. И сразу этот вопрос, и вместе с ответом он идет. Вот оно где. Большие-большие ответы даются. Ну, человек, который ничего не знает, не видел, он, да это не благовестие, там, вы не православные, там, вы сектанты. Сколько лет против зарубежной церкви клеветали, а как произошло признание каноническое, все. В сущем чине митрополита Лавра, и никто уже не говорит раскольники, ничего нету. Бессовестная патриархия. И вот сейчас они травят нас, что вот мы должны быть, поминать патриарха. Я молюсь все время за него. На богослужении мы поминаем по-прежнему Илариона. Я поставил этот материал. Почему? Мы объясняем. Если мы будем под местным епископом, а его меняет он другой, даже его слова уже ничего не значат, потому что его нету, а за его слова никто не отвечает. Они разрушат все.
ни благовестия не будет. Они тогда, батюшка Растрига, меня запретят. А так они никакой власти над нами не имеют. Тем более, все наши труды, направляемые к Богу, а они на земле направлены к Московской Патриархии. Мы всех посылаем в храмы Московской Патриархии. Они этого не знают. Вот покажи тут. Сейчас, видишь, придумали, как скайп, вот, глазок, разговаривать, сколько хочешь, разговаривай бесплатно. Кто-то умудрился, дай им, Господи, духовного разумения, спасения. Вот. И какое у меня сокровище какие. Это он маленький, 3 месяца еще нету, он сосет мать. Люблю. Кошек, я всегда держал собак, в уголовном розыске занимался. Столько много интересного, люди не умеют жить. И молиться-то не знают как. А мы молимся каждый день. Господи, научи нас жить и в бедности. Имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. И каждому дары жилье. Молимся всем пророкам. Господи, исполни пророческим духом церковь Твою. Дабы день прихода Твоего, нашего отшествия, не застал нас внезапно. Но чтобы мы вышли к Тебе, небесному жениху, со светильниками истинной веры. Ну, я под истинной верой понимаю православную. И чтобы светильники наши горели, и сосуды были полны добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Вот что такое масло. Добрые дела. Дабы люди видели ваши добрые дела, так да светит вас свет. И прославляли Отца вашего Небесного. Вот так. Слава Христу!